Добрый день, вы смотрите итоги дня информационного портала ulpravda.ru. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Как строится крупнейший центр художественной гимнастики? Что ждет социально-культурные проекты в Ульяновской области? В Ульяновске прошел форум рабочих профессий. Почему дети убирают мусор с улиц города? В Доме правительства Ульяновской области прошло совещание по итогам заседания одного из подразделений Комитета Госдумы Российской Федерации по охране здоровья. Вопросы касались организации доступной и качественной медицинской помощи в Димитровграде. Что ждет город атомщиков в ближайшей перспективе? В материале нашего корреспондента. Вопросы касались организации доступной и качественной медицинской помощи в городах закрытого типа. Они являются научными центрами. Там, где сосредоточены специалисты по самым высоким, самым современным, по самым уникальным технологиям. Многих технологий просто нет в мире, нигде, кроме нас. Сохранение этого потенциала, в первую очередь человеческого потенциала, подразумевает и особый подход к системе здравоохранения. А в течение последних уже почти 10 лет система обеспечения здравоохранения в городах, размещения предприятий атомной промышленности не просто тревожит людей, а становится имеющей реальные основания. Так, в городе атомщиков воплотят в жизнь 6 проектов по нацпрограмме здравоохранения. Участники заседания в Госдуме поддержали предложение главы региона Сергея Морозова о включении городов, где работает Росатом, в федеральный нацпроект. Прошло общественное обсуждение по включению системы здравоохранения города Димитровграда в национальный проект здравоохранения. Мы, вот Сергеевич присутствовал, обсудили там возможность, чтобы город Димитровград принял участие в целом ряде рабочих групп. Сейчас создана рабочая группа, которая занимается проектно-сметной документацией. Федеральные деньги направят на ремонт поликлиник, закупку оборудования, развитие новых направлений и привлечение кадров. Прилегающую территорию к больницам благоустроят, приведут в порядок соответствующие остановки и дороги. Просчитать как финансовую составляющую, так и составляющую функциональную по всем этим направлениям, что я ниже перечислил, и представить предложение совместно с правительством Ульяновской области, какая часть мероприятий будет финансироваться из федерального бюджета, какая часть будет финансироваться из регионального бюджета, и подать эти предложения на рассмотрение компетентных органов. По поручению губернатора поликлиники начнут прием пациентов в выходные дни. За счет этого очереди за талонами уйдут в прошлое, а медпомощь станет доступнее. В этом году первым в пилотный проект войдет Димитровград. И если опыт станет успешным, то в скором времени его распространят на все муниципалитеты области. Посмотреть, каким образом эту систему можно отрегулировать, может быть, там, сделать какие-то выходные дни, там, среду, а в воскресенье, когда... Ну, это надо отрабатывать систему и смотреть возможности сейчас по каждой поликлинике, комплектованность, врачебный состав, дублирующие врачи, чтобы... Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до конца 2020 года сделать медпомощь доступной во всех населенных пунктах России. За последующие 2 года будет построено и модернизировано 1600 медицинских пунктов, часть из которых находится в том числе и в Ульяновской области. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Дома строят, люди заселяются, а как добраться до новостроек? Проблема с общественным транспортом в новых районах пусть и не быстро, но решается. Так, с понедельника 8 апреля изменится схема движения автобусного маршрута номер 20, который следует от улицы Шолмова до Центробанка. Теперь движение будет организовано через улицу Александра Невского и, соответственно, микрорайон «Новая жизнь». Дополнительно сообщается, что движение автобусного маршрута номер 58 с улицы Пожарского до Центробанка через микрорайон «Новая жизнь» будет сохранено. А вот временно введенные на период пробной обкатки рейса маршрутов 25, 56 и 59 с понедельника 8 апреля будут прекращены. Весна – традиционное время субботников и экологических акций. И это неспроста, ведь зачастую из-под снега вместо подснежников пробивается мусор. Сегодня в железнодорожном районе стартовала экологическая акция по сбору пластика «Я люблю мой город». Она проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна». Первыми в ней приняли участие школьники с гимназии номер 30. На месте событий побывал Павел Половов.
Инициатором акции выступила администрация железнодорожного района города Ульяновска. Для школьников это не первая экологическая акция, они уже собирали макулатуру для того, чтобы посадить каштан Победы. Эта акция успешно прошла на территории района, поэтому участие в новой экологической акции восприняли с восторгом. Тем более, что пластик опаснее для природы. Эти бутылки, они вообще не разлагаются. То есть, если бумага, у нее есть определенный срок разложения, то пластиковая бутылка за 1000 лет даже не разлагается. Поэтому вот сейчас, собрав эти бутылки и сдав их на переработку, на вторичную, потому что мы нашли и фирму-партнера, который забирает эти бутылки, перерабатывает и пускает, дает им вторую жизнь, и город становится чище. Сделать город чище и воспитать ответственное отношение к окружающей среде – не только задача администрации района. Фирма-переработчик преследует эту же цель. Мы уже приучили многие школы, детские учреждения бережно относиться к вторичному ресурсу. То есть дети собирают макулатуру, и как бы мы у них ее забираем. Сбор макулатуры у детей воспитывает бережливость, практичность. То есть дети видят, куда поступают их средства, на которые они собрали макулатуру. И то есть интерес у них есть. Организованность, уровень организованности очень высокий, стараются быть ответственными. Руководство школы такой общественно полезный труд считает значимым в педагогическом процессе. Поэтому всегда с радостью рекомендует школьникам участие в благородном деле. Предложил нам в этой акции поучаствовать администрация города Ульяновска и непосредственно глава администрации железнодорожного района Трофим Владимир Иванович. Мы эту акцию поддержали, обсудили с детьми ее. Недавно участвовали в другой экологической акции «Собери макулатуру, купи каштан, посади каштан Победы». Мы с ней поучаствовали достаточно успешно. И потом вот решили, что сбор макулатуры – это достаточно тема такая уже, ну, известные, многие в ней участвуют, решили попробовать вот в другой экологической акции поучаствовать и стать ее как бы стартовой площадкой. Организаторы и участники акции говорят, что основной сбор пластика еще грядет. Не все скверы и газоны полностью освободились от снега. К участию в ней приглашаются все горожане. Если вы любите свой город, помогите сделать его чище. Чтобы принять участие в акции, нужно связаться с администрацией железнодорожного района. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. Художественная гимнастика в лидерах по размерам спортивных центров. Через год в регионе откроется один из крупнейших спортобъектов, под крышей которого будет сразу 3 зала, гостиница для судейского корпуса, парковка на несколько сотен автомобилей и кафе. Губернатор провел неплановую проверку строящегося центра художественной гимнастики. Через год в Ульяновске должен появиться один из крупнейших центров художественной гимнастики. Строительство ведется с 2017 года. Много ли построено, проверил вчера Сергей Морозов. Несмотря на то, что проверка получилась неплановой, увиденное губернатору, по словам строителей, понравилось. На сегодняшний день работа выполняется в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. Поставлена задача выполнить работу в 2019 году на 112 миллионов. Эта задача будет выполнена однозначно. Что мы за эти деньги, как говорится, получим? Мы получим полностью контур здания, застекленное, с крышей, с полным, скажем так, обеспечением для подачи тепла и инженерных сетей подключения. Вот. Губернатор периодически, как говорится, посещает этот объект, он всегда наблюдает, очень требовательно, но сегодня он остался доволен. Работы не прекращаются, независимо от погодных условий, ведутся в 2 смены. Центр станет одним из самых крупных спортивных объектов Ульяновской области. Его площадь 10 тысяч квадратных метров. В центре будут проходить любые, даже международные первенства по этому красивому виду спорта. 3 спортивных зала высотой более 12 метров, гостиница для судей на 20 мест, кафе, парковка на 192 машины. Немногие регионы могут похвастаться подобными спортивными сооружениями. Удобство, благоустроенность, комфортный функционал обязательно привлекут внимание гимнастов всего мира. Поэтому важно, чтобы здание было построено качественно. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. В продолжении спортивной темы. В день открытия фестиваля «Здоровый образ жизни» в предстоящее воскресенье на спортивных объектах будут организованы дни открытых дверей. При этом ряд спорткомплексов можно будет посетить совершенно бесплатно. По информации городского управления физической культуры и организации досуга населения, в «Фоке Орион» ульяновцы смогут посетить фитнес-зал и тренажерный зал. В «Лидере» будет открыта ледовая площадка, а в «Торпедо» и новом поколении – тренажерные залы.
ФОК-фаворит проведет мероприятие «В здоровом теле здоровый дух», а детско-юношеская спортивная школа «Атлет» приглашает на открытую тренировку по легкой атлетике. И это далеко не полный перечень всех спортивных объектов, где ульяновцы смогут позаниматься бесплатно. Подробную информацию можно найти на сайте ulpravda.ru. Золотые руки не для скуки. В Ульяновске прошел форум рабочих профессий. Студенты среднеспециальных учебных заведений собрались в областном дворце творчества детей и молодежи. Подробности у нашего корреспондента. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Строки Владимира Маяковского актуальны как никогда. Именно поэтому национальный проект «Молодые профессионалы», в рамках которого проводится форум «Мастер золотые руки», уже много лет не теряет своей популярности. В Ульяновской области мероприятие проходит в 11-й раз. Мы сегодня объединили здесь два проекта. Это Всероссийская программа «Арт-профи форум» и Всероссийские олимпиады профессионального мастерства. Сегодня мы будем здесь чествовать лучших победителей и призеров областного конкурса «Мастер золотые руки». Это региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Кроме для кого-то скучных обсуждений и награждений, проходит творческий конкурс между агитбригадами СУЗов. Во главе представления должен быть рассказ о своей профессии, о выборе профессии, критерии оценки. Никто не должен заскучать. Я уже выпускник, вот летом как раз выпуск. Профессия очень нравится, практика отличная в различных местах. Мест рабочих очень много, профессия очень востребована, поэтому работа всегда есть и высокооплачиваемая. Здесь мы собрались для того, чтобы представить рабочие профессии, их прорекламировать, чтобы все остальные ребята, абитуриенты, поступали к нам. Ульяновская область – участник федеральной программы с 2008 года. Кроме того, каждый год на развитие материальной базы средних учебных заведений региона губернатор Сергей Морозов выделяет немалые средства. Поэтому все, что ребята должны будут делать на работе, они могут попробовать и на практике. Студенческий задор – инноваторское мышление. На форуме каждый нашел себе занятие по интересам. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды». «Пора быть счастливым» – такое название носит социальный проект для ульяновских женщин предпенсионного и пенсионного возраста. По сути, это продолжение другой программы агентства социально-культурных проектов «Фотошкола 55+». Что ждет социально-культурные проекты в Ульяновской области, разбиралась Рената Алиулова. «Пора быть счастливыми» – такое название носит новый социальный проект для ульяновских женщин предпенсионного и пенсионного возраста. По сути, это продолжение другой программы агентства социально-культурных проектов «Фотошкола 55+». Теперь женщин будут не только учить краситься, позировать и фотографировать, но и танцевать бачату, а также заниматься декорированием. Проект в этом году победил в областном конкурсе грантов и получил на реализацию счастья женщин 209 тысяч рублей. Наш проект будет длиться 3 месяца. Я надеюсь, что у нас будет 2 группы по 20 человек. Но потом мы будем выезжать с выездными такими, знаете, шоу-программами в районы, где мы будем показывать на выставке, чему мы научились, и показывать свой мюзикл, свои танцевальные, музыкальные номера. Мастер-класс по флористике от московского искусствоведа и декоратора дал старт спецпроекту. Семинар посвятили подготовке к предстоящему главному христианскому празднику Пасхи. Участницам рассказали о декораторских приемах и штучках в оформлении своего дома и стола, например, пасхальной корзины. Так, на Пасху всегда было принято украшать дом живыми белыми или красными цветами. Прежде всего гиацинтами или же нарциссами, тюльпанами, первоцветами и подснежниками. Вот центральная корзина пасхальная, либо пасхальная горка устанавливалась в центре стола. В Светлую Седмицу было принято держать стол накрытый целую неделю. К вам всегда приходили гости и были какие-то угощения обязательно на столе. Конечно, традиционный наш кулич, творожная паста, маска и крашеные яйца. Следующий мастер-класс посвятят декору интерьера. Подобные семинары для представительниц прекрасного возраста будут проходить 2 раза в неделю. Сподвигло, во-первых, интерес, как вот оформить все-таки русские традиции, и любопытство. Я этим как бы потихонечку увлекаюсь, там росписи тарелок, декупаж, яйца вот пасхальные, хочется что-то сделать. Сегодня в регионе действует свыше 1500 некоммерческих организаций. По поручению губернатора в этом году на грантовую поддержку социально ориентированных НКО предусмотрено 12 миллионов рублей. Рената Люлова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18:50. До свидания.